Так, девчонки, солнечная погода у нас сегодня хорошая. Я решила выйти на улицу, во дворе здесь. Набрала свеколки, набрала морковки, лук, перчик болгарский. Короче, буду делать зажарку и по контейнерам складывать. Я уже говорила, да, я тут разделала без свеклы. А теперь хочу со свеклой сделать отдельно, чтобы, ну, для борща. Так что намыла, сейчас буду делать. Так, девчонки, ну, начинаю нарезать лучок. По отдельным чашкам положу, а потом буду жарить. У меня, наверное, в котелке удобнее будет жарить. Я сразу много сделаю. Несколько сделаю с этим, со свеклой для борща, а остальные сделаю так, для супа. Или иной раз щи будет, это без свеклы. Так, лучок. У меня морковка, свекла, болгарский перец, ну и зелень можно. Пока есть, можно использовать ее тоже. И шмоки отсюда. На тепло прилетели. Тепло у нас. В доме, правда, прохладно. А здесь солнышко светит, ну, хорошо. Так, ну, буду резать дальше. Так, девочка, лук нарезала, теперь морковку я нарезаю шайбами, а потом буду соломкой нарезать. Я люблю морковь, чтобы была порезана, а не натерта. И свеклу тоже люблю, чтобы она была порезана. Сейчас вот последнюю нарезаю. И потом буду соломочку нарезать. Морковка вкусная. Кричи. Ваня рыбу чистит. Сегодня у нас опять рыбный день. Ну так, сейчас все почищу, порежу, вернее. Так, девчонки, свеклу я буду обжаривать отдельно, а морковь, лук и болгарку вместе. Просто некоторых рецептов мне нужно будет, ну, для борща отдельно, а этот, для супов будет отдельно у меня. В общем, свеклу я отдельно делаю. Отдельно, все отдельно получилось. Это я пережарю, в контейнеры сложу, а потом, когда борщ буду делать, буду брать один контейнер с зажаркой лук, морковь и болгарка, а второй контейнер будет со свеклой. Вот так буду делать. Так. Так, девочки, там у меня свекла, а здесь у меня засыпаю лук. Лук пережарю, потом морковку туда и болгарку положу. Так, девочки, смотрите, свекла у меня продолжает жариться. Лук, добавляю морковку, да. Чуть погодя, добавлю перец. Так, девчонки, вот смотрите, я пожарила, да, зажарку эту, и, ну, разложила в тарелке, в подносики такие, просто чтобы побыстрее остыло, и свеколка вот у меня отдельно. Все теперь раскладывать буду по контейнерам и убирать в морозильную камеру.
Так, девчонки, вот смотрите, я сделала, тут сделала, и вот тут тоже сделала. Теперь все это буду закрывать крышечками и убирать в морозильную камеру. Так, девочки, вот я сложила контейнеры сюда в пакетики, по несколько штук. Теперь убираю в морозилку и до лучших времен. Очень удобно сразу, если на бочке, например, взял одну такую и одну такую. И прям сразу в бочке дальше, не надо зажарку делать, и все. И то пережарено, и это пережарено. Просто сверху еще один контейнер томата кладешь, и все. Это очень быстро. Спасибо тем, кто подсказал мне это. Ну, такие дела. Пока-пока. Так, девчонки, вот Ваня здесь почистил небольшие рыбешки такие вот, которые под сушить, да, Ваня? Да. На подсушку. Сколько таранка, здесь? Таранка. Таранка будет. Вот он теперь туда ведро, да, насыпать? Ты в ведре будешь засолить, чтобы на крышу да, было? Да, ведро. Вот ведро и крышу мухи. И теперь перекладывает туда и пересыпает все солью. Вот так слоями складывает и солью пересыпает. И сколько на это должно стоять? Дня 3. Дня 3 постоит. Потом вывешивать, да? Как раз. Да. Там вот эта марлечка есть, можно будет ее, чтобы мухи не садились. Так, ну и вот так вот перекладывай дальше. Танка будет. Ой-ой-ой. Точно, ой-ой-ой. Это что, вы опять там будете с мужиками собираться, и мы будем облизываться, что ли? Будем. Я, Ваня, ты можешь сделать такую, которая, чтобы была как вяленая? Чтобы не сильно сушеная была, как вяленая. Сможешь? Или это жирная должна быть? Можем. Внутри вычищаешь все, да? Да. А почему вот, когда вот мы это ехали, помнишь, когда в этом в Ростовской области где-то, в Россош или в Миле? Россош, да? Они у них там эти самые продавали, что целые с пузиками. Такие? Такие тоже делают, да? Не, не такие, а чихонь была. Ну, чухонь-то другой вид рыбы. Ясно. Вот так несколько слоев. Несколько при несколько. Прям со с чешуей. Не чище чешую. Так делает. Просто внутренности почистил, хорошо промыл. Я сейчас стрим веду, а мне говорят, у тебя петушок там потер. Я не слышала. Девчонки говорят, точно пел петушок. Так, ну, короче, вся пачка ушла на эту рыбу. Теперь это накрываем и убираем, да? Да. Так, Вань, это ты что держишь? Это веревку, ой, проволоку держишь. Сюда будешь вешать, да? Да, да. Так, проволока такая хорошая. И теперь нужно будет на нее навешивать. Так, девчонки, мальчишки, вот. А, 3 дня, да? Сегодня 3 дня прошло. Теперь это все сейчас Ваня смоет под краном. И потом будем развешивать. Ты помоешь, да? И сразу будешь потом вылазить? Вешать? Или поставить в воде немножко? Чуть-чуть. Ну, чуть-чуть это сколько примерно? Минут 10? 2 минуты 5 минут. 2 минуты 5 минут постоит, и потом сейчас смоешь, помоешь, да, и в воде оставишь на 5 минут. Так, теперь вот Ваня, иди глазики туда промыл, а рыбу немножко подержал в воде. Теперь на проволоку нанизывает. Вань, считать будем, сколько штук? С какой счет? И это... Так, смотрите, вот, девчонки, рыбку повесили. Надеемся, что коты не залезут. Мушек вроде нету. Оса, правда, прилетела. Ничего, что оса прилетела. На солененькое потянула ее. Вот так, теперь рыбка будет сушиться. Потом будем пробовать.